Здравствуйте, воспитанники и учителя Центра образования номер 1858. Мы, ученики 4 Б-класса, представляем цикл передач «Праздники круглый год». Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать, не надо к бабушке идти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу. Ну, почитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать. А можно взять и почитать. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о грамотности. Международный день грамотности отмечается 8 сентября. Грамотность – истинный праздник для человечества, которое достигло прогресса в этой области. Количество грамотных людей в мире около 4 миллиардов. Однако грамотность для всех детей, молодежи и взрослых еще не до конца достигнутая цель. Более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. В общем мировом масштабе борьба с неграмотностью до сих пор является важнейшей задачей. Грамотность имеет важнейшее значение, ведь это важнейший шаг в базовом обучении, который является необходимым инструментом эффективного участия в жизни общества и экономической деятельности в 21 веке. В России праздник еще не получил широкого распространения, но уже сейчас можно сказать о некоторых появившихся традициях. К этому дню приурочены школьные викторины и олимпиады по русскому языку. В библиотеках проводят уроки грамотности. Сегодня, в День грамотности, мы хотим поздравить всех тех, кто приобщил нас к грамоте, кто научил нас любить свой родной язык и общаться на нем, читать первые слоги, писать первые буквы. Знания обогащают. Грамотность – это основа, с помощью которой мы постигаем другие науки. Ведь не умея писать и читать, невозможно стать образованным человеком, невозможно быть уважаемым и полноценным членом общества. Всем нам грамотность нужна, без нее куда? Я признаться вам должна, без нее беда. Не понять, что говорят, пишут и поют. Так что повышайте, люди, грамотность свою. Давайте стараться не делать ошибок. Давайте себя и других уважать. Чтобы не были правила нами забыты, учитесь на совесть и только на 5. С ошибкой писать, тратить время другого. Себя вы насмешкой не дайте травить. Писать без ошибок – основа основы. Давайте же будем язык свой любить. Будьте грамотными! Спасибо за внимание!